Ой, гатор, нифига, мой гатор, он меня сейчас просто сожрет. Ну-ка, давай, попробуем. Жесть, как? Окей, здорово, бро, ты на канале Funny Games TV. Это мой мультяшный, бредовый и самый лучший голос на свете. Эх, как я себя люблю, да? Да, мы продолжаем играть в Man Eater. Людоед про акулу, какое-то путешествие, непонятное. В прошлый раз мы с вами, значит... Так, посмотреть журнал чего-то там. Давай посмотрим. Я сейчас, короче, решил на клавомыши поиграть. Так, смотри, дела щучьи. Пора показать этой рыбьянке южное гостеприимство. Уничтожить цель. А, окей, ладно. А так, как отслеживать? Щука-маскировка вот. Или просто маски? Это пресноводная рыба, обитающая повсеместно в озерах. А вон там. Понятия не имею, что она тут делает. Ага, понятия не имею, что она тут делает. Так, мне надо перепрыгнуть, видимо, это все. Так, да, короче, мы продолжаем на клавомыши. Так, фауна может быть враждебной к вам, поэтому уклоняйте, чтобы избегать атак, когда представитель фауны светится, он уязвим. Атакуйте, когда враг уязвим, чтобы оглушить его. Нажмите QE для уклонения. Так, чтобы удержать сопротивление добычи, если вы... Примените трёпку, когда добыча уязвима. Удерживайте мышку, чтобы во рту та-та-та, добыча двигаться и трёпка. Ну, короче. Так, и используйте F под водой, чтобы выбрать главную угрозу враждебной фауны и дайверов. А, окей, понял. Так, а можно нырнуть? Я ничего не вижу. А, во. Так, кто? Ты? Ты? Ну-ка сюда, иди нафиг. Какие щуки? Щуки на акулу нападать? Серьезно? Ой, у меня джойстик включен, и он вибрирует. Жесть. Так, мне надо, видимо, уклоняться как-то. Он-ка сюда. А, смотри, я мотаю ее. Ну, я сожрал. Так, акуленок. Блин, надо джойстик вырубить. Я решил просто сейчас на клавомыши поиграть, а у меня тут джойстик включен. Эй, вырубайся, джойстик. О, он тут вибрирует, пипец, он мне мешает. Так, что дальше-то? Дела щучьи. А, вон туда мне надо. Окей. Так, смотри, если я... А, во, если я ее убиваю, мне дают какие-то пружинки. Иди сюда. Ух, нифига она здоровая. А чё у вас так много-то? Мало, хотел сказать. Не, их много. Их хп-шку нормально мне отнимают. Прикинь, щука. Серьезно, щука на акулу. Как такое вообще возможно? Это нелегально. Ты посмотри, она в два раза больше где-то меня. Офигеть, давай. Щучка. Сюда, щучка. На букву С, блин. Давай, держись. А, отлично, сожрал. О, мой гад, я подрос. Понятия не имею, что она... А, жесть. Смотри, сожираю все. Ух ты, у меня второй левел. И смотри, 1300 чего-то и 1230 тоже чего-то. Так, нажмите L. Так, дальше что тут? Сомовая лихорадка. Самка сама, сома может отложить до 100 тысяч икринок. Самец может оплодотворить до 9 кладок за сезон. Так и происходит перенаселение. Значит, мне надо отследить эту цель. Окей, поехали. Где они? Они где-то дальше. Так, окуни. Ну, не видим. Смотри, за черепак дают какие-то кристаллы, да? То есть я потом это могу как бы использовать... В улучшениях. А, щука. Иди сюда. Ну ты, я уже ее нормально так хватаю. Как ее схватить, а? Эй, я ничего не вижу. О, тряпку. О, нормально. 1300. Мне там надо было, чтобы эхолокатор вот этот мой улучшить. Мне надо было там 2000 чего-то. О. Аллигатор. А что значит восьмерка? О, так. Ой, гатор, нифига мой гад, он меня сейчас просто сожрет. Ну-ка давай попробуем. Так, промах. Жесть, как сбежать? Акула тяжело ранена. Офиг. Бежит, да ну нафиг. Не-не-не-не-не, это нереально. Иди ты нафиг, аллигатор. О, жесть, надо пожрать хп-шку восполнить. О, восполнил. Так, это кто? Щука, вот щуку можно. Так. Давай, ебой, вцепился. Так, как-то там загорается как-то и... И, короче, можно будет этот... Нормально схватить зубами. Ну ладно, я и так, в принципе. Во. Или это она напасть хочет на меня, что-то я не понимаю. Да, наверное, это она напасть хочет. Ну, пофигу, я ее захавал.
Окей, так, ладно, куда дальше? Мне вот в ту сторону. Подожди, давай вообще посмотрим по этим заданиям. Где тут журнал, дурная сова, эволюция. Журнал, наверное. Смотри. Нас... Это что такое? Весь прошлый месяц, так, уничтожить цель. О, нифига себе, это дополнительные типа задания, смотри, важные объекты. Давай попробуем важные объекты, допустим, посмотреть. Так, где они на карте? Есть где-нибудь? Это что такое? Балфатик, важный объект его. О, давай поплывем, важный объект посмотрим. Так, где он на карте? И как-то изображен? Важные объекты, а куда плыть-то? Так, ну вроде бы я правильно плыву. Смотри, я, может, где-то наверху. Почему он не отображается? Так, где-то вот в этой стороне, ребята, важный объект какой-то. Сейчас посмотрим, что это значит. По-моему, вот сюда, да? Да, во, я прям на него сейчас плыву. Отлично, ладно, пошли посмотрим, что за важные объекты. Ага, вот он стал подсвечиваться, то есть это так не работает. Это, видимо, найти надо вручную. Так, тут что? Да, слишком буквально. У меня дома есть такая пробка для ванной. И скажу я вам, эти штуки просто магнит для волос и мусора. О, серьезно, посреди болота, реки или где это мы оказались? Ну да, это какое-то болото. Пробка для ванны, серьезно? Так, а где еще важные объекты? Ух ты, смотри. Тут схроны, это что, собрать все схроны? Это что? Это самая лихорадка. Давай вот сюда сначала. Я не знаю, где следующий важный объект, как мне вот это пометить? А как пометить-то? Алло. А, вот. Ага, отлично. Так, на карте сейчас это изобразится, пометка моя. А, вот, да, смотри, все, ящичек какой-то нашел, пошли, там, видимо, я так понимаю, награды в этих ящиках. Ну, это, короче, дополнительные всякие квесты, вот, будем их выполнять, потому что нам акулу надо прокачивать, надо, чтобы она росла, ну и по пути будем жрать всяких этих окуней, но... Аллигатор, я так понимаю, смотри, восьмой, то ли левел у него, то ли что, это, наверное, восьмой уровень аллигатор. Да, с таким аллигатором пока мне нереально. Вот, черепаха первого левела, видишь? Если бы акулы обладали более изысканным вкусом, они готовили бы черепашье мясо с добавлением амальтильяду. Амальтильяду, я не знаю, что это такое. Так, получит третий левел уже. Понимать, что до здорового роста ей необходимо получать из пищи основные минералы. Так, до встречи, уничтожить цель, до встречи аллигатор. Да вы издеваетесь, как я должен аллигатор уничтожить. Так, это, короче, основные, видимо, задания, вот это дополнительный. Ты, ну-ка, давай отслеживать вот эту цель, давай посмотрим аллигатора. Ух, я от него, видел, как увернулся. Так, где аллигатор-то, где моя цель? А, вон, жесть, да ты офигел. Нет, с этим нереально справиться, аллигатором, ты посмотри. Мне его фигачит, это как? Смотри, смотри, смотри. Ага, я выворачиваю. Ну хотя... Нифига себе, он мне врезал хвостом, ты видал? Так. Преследуйте, аллигатор, 15-й левел! Да ну вас нафиг, идите в баню, серьезно. А так, а это что за синий луч? Иди сюда на синий луч. Ты видал 15-й левел у аллигатора? Как это? Так, окуней надо похавать, немножко хпшку восполнить. Так, а что за синий луч? Кто? А, щука, иди сюда. А, так, ребята, я порву нафиг на части. Так, а тут что такое? А, это вот это вот мое задание, наверное, да, здесь? Да? Ну-ка давай. Да, это я прям на задании. Так, ладно, вот щук можно еще попробовать поубивать, допустим. А аллигатор вообще нереально, слушай, это пипец. Пошли, так, щуку завалим. А где она? А, вон, ага, я вижу. Пошли, так, что тут можно похавать? Дайте что-нибудь похавать, алло, блин. Что я тут просто клаваю? Сюда, иди. Сожрал. Так, отлично, сом, вот там щука идет. Аллигатор, вот восьмой левел, еще там как-то можно с ней. Ну и то, это жестко, это очень жестко. Не, нафиг, я не буду с аллигатором пока этот... связываться. Ух ты, ящичек еще нашел, смотри. Че за жопа таракани, куда я приплыл вообще? Да, как это реально? Фигня, так. А, я тут должен перепрыгнуть, видимо, да? Смотри, я нашел тут ящичек. Отлично, что мне дали? Избирательное питание поможет акуле-быку достигнуть максимального размера. Так, аллигатор. Там сом. Окунь. О, тебе табличку какую-то вижу, смотри.
Смотри, скульптура. Местный критик однажды назвал Амоса Боригара Роденом Баю. Но Боригар был практически неграмотным и не знал, кто такой Роден. О, скульптура, смотри, видать, была на поверхности и упала. Так, я не могу щуку эту найти. Где эта щука? Я ее потерял из виду. Где она? Так, она где-то... А, мне надо выплывать отсюда, да? Из этого залива. Ага, вон она там. Оп, сюда. Ой, давай. Ебой. Все, я... Все, где она? Вон она плавает. Ага. Преследуемая щука маскинок. Преследуемая, вот она. Пятый левел у нее, смотри. Давай. Ух, промах! Нифига себе! Серьезно? Где она? Да... Как промах? Ты офигел? Сюда, иди нафиг! Ух, жесть! Давай, грызи ее! Грызи нафиг! Так, сажал? Да! А она не сопротивляется, смотри, ее просто фигачу. Я вот не понял так, как в них вцепляться. Потому что я нажимаю держать, и оно не держится. Ух ты ж, это она, видимо, атакует таким образом. Да? Вот, это атака у меня. А как в них цепляться? Выполнено. Скоро четвертый левел уже, смотри, вот если еще поджру вот эти кусочки. О, хавай. Ебой, сожрал вроде бы. Так, окей, давай смотрим, что тут еще под заданием. Отлично, тут где-то ящичек рядом. Где он? А вот он, 59-55 метров. Фигня, я до него тут доплыву на изи просто. Так, окей, поплыли сюда. Тут что-то у нас сломано все. Ой, тут аллигатор какой. Офигеть, давай. Так, получение четвертого уровня. Акуленок, давай, иди сюда. Может, я тебя с аллигатором смотрю? Так. Давай. Может, аллигатора сейчас схавать смогу, а? Нифига, он мне хвостом врезал. Ой, жить. Не. Сожрал. Возрождение. Пипец, сожрал аллигатор меня, серьезно. И что теперь, что я потеряю при этом, то, что я умер? В этой области есть несколько типов зон. Пресноводное болото, переходное болото, солоноватое болото и солёное. Акула вошла в подростковый возраст. Ей предстоят поиски себя, метание и непродуманные решения. Так, что? Так, ну вас посмотрим. Взмах хвоста. Так, достигнул новый возраст, подросток, усовершенствован способности, прыжок из воды вырос, прыжок в воздухе, запас дыхания. Окей, так, подростковый, четвертый левел мне дали. Так, теперь я могу что-то прокачать. Подожди, а как мне доступен эволюция? Так, давай смотреть, что у меня тут есть. Усовершенствовать, смотри, орган какой-то. Могу так. Ну это локатор просто. Так, хвост тут это все закрыто. Ну давай орган усовершенствуем вот этот. Так, усовершенствуй. Смотри. Эта эволюция улучшает дальность перезарядки числительно вашего эхолокатора. Пассивная. Плюс 100% радиус эхолокатора. Минус 20% перезарядки эхолокатора. Ну пофигу. 2000. А у меня 3300. Конечно, давай усовершенствуем. Норм. Так, все, окей, так, ладно, пошли смотреть дальше, что у нас тут. Смотри, это все какие-то задания, видимо, такие, говорить среднего, так, это до встречи аллигатор, но пока нет. Давай пошли, короче, по основной сюжетке пройдемся, посмотрим. Так, куда нам? Я в своем, получается, этом убежище, мне надо вот сюда, самого лихорадка. Ну, пошли туда тогда, поплыли. Так, улучшен эхолокатор, новая эволюция. Окей, ладно. Посмотрим, что это нам даст. Сейчас попробую вас... Слушай, я, по-моему, намного быстрее стал, да? Слушай, походу, да. Походу, да, я быстрее стал. Смотри. Оп. Перепрыгнул спокойно. Ха-ха, акула-попрыганчик. Попрыгунчик. Так, давай эхолокатор. Что он мне дает? Ага, я вижу всех этих самов. Мне надо этих всех самов, видимо, сажать. Сюда, блин. Так, ныряй. Где там еще сомики? Ух ты, тут еще аллигаторы. Ясно, я сейчас должен, короче, и самов, видимо, уничтожать, и аллигаторов, да?
Аксон так, тут лодка какая-то. Да ты офигел, что ли, чувачила? Да что тебе надо, блин, оставь меня в покое, я просто хочу сомика похавать. Блин, может попробовать его все-таки с ним разобраться, а? Че ему там хапать? Ай, тут двое! Нереально! Так, ладно, сваливаю. Так, сюда, да иди ты нафиг от меня. Давай попробуем. Сколько я их там уничтожил? Так, 5 только, да? Так, давай на поверхность. Вот тут попробую. О, перепрыгнул. Ха-ха, нормально, от аллигатора ушел. Я к бабушке ушел, от аллигатора ушел и нашел еще один. Схрон какой. Да что тебе надо? Ты достал. А, во, я могу теперь их смотреть. Да блин, ты достал, иди нафиг, а. Так, побежали, самов похаваем. А, я теперь смотри, могу стреляться, все, как тогда, в самом начале было. Да уйди ты нафиг, уйди. Достал этот аллигатор, а. Так, сколько самов, еще двое осталось. Пошли на поверхность попробуем. Да, выплывай! Выплывай! Ой, ебай. Так, вот еще самы. Так, сейчас. А если попробовать захватить и в аллигатора швырнуть? Вот. На, держи! О, вырубил! Видал? Я вырубил аллигатора! Офигеть, он этот! Ну-ка. Иди сюда. Где там аллигаторик? Давай. На! Да, и можно его жрать. Пока он вырублен, можно его жрать. Вот как это работает. Все, я понял. Ох ты, гад. Сейчас, подожди, я что-нибудь схвачу и пульну в тебя. Все, я понял, как их можно. А если ему врезать? Да. Ебой! Да почти аллигатора сожрал. Ты посмотри. Ну, фигня осталась. Это же аллигатора! Офигеть, вот это я уже эволюционировал! А ну-ка ты еще иди сюда! Почему я схватить не могу? На, врезал! Сожрал? Да, сожрал. Так, пошли, мне одного сама осталось схавать. Воу! Так, где он там? Сомик, иди сюда! Есть. Отлично. Так, третий сортный феминизм. Так, смотри, третий сортный феминизм. Так, грот, озеро, дохлая лошадь. Отличное место для отдыха и развития. Ведь там более низкая концентрация мышьяка и фекальных бактерий. Посетите грот, озеро, дохлая лошадь. Ну окей, поехали. А где это? Можно показать как-то? А, во. Ух ты, я как туда переплыть? А как туда перебраться? Может кто-нибудь сказать? Вот отсюда, наверное, да? Вот, сзади, да. Вот сюда мне, наверное, назад. Да? Да, тут и вот еще дили-дили крокодили. Смотри, если крокодила попробовать зафигарить. Давай посмотрим, какой у него просто уровень. Поехали, посмотрим. Если что, будем в него кидать. Ух ты, нифига себе. Тут смотри, что. А как вот это забрать? Как вот эту вот штуку забрать? Смотри. О, нифига, тут прыжок, наверное, нужен мега. Ну, смотри. Да, я дотянуться не могу. Так, ну-ка иди-ка сюда, черепаха. Так, где там крокодил этот? Пошли попробуем в него сейчас швырнуть. Так, это не он. Вон тот. И он здоровый, видимо. Да? На! Да, 15-й левел. Жесть. Ну я нормально ему нафигарил уже. Смотри, мне надо просто брать черепаху. Иди нафиг. Ё-моё, вот это он здоровый. Так, не, мне надо хавать кого-то. Определенно надо хавать. Так, ладно, я схавал. Еще кто есть? Где? Да ты офигел, серьёзно. Не, чувак. Нет, все, уйди, я понял, я не на того напал, извини. Я понял, что я не с тем связался. Ой, это нереально было, типа, ты чё, он здоровый, он мега здоровый, ну я хотя хпшку это. А, вот, если от него убегать. Да, я его хаваю, конечно, но он все равно. Надо схватить сейчас, я окуня в него швырнуть. Иди сюда, окунёк. Оп! Давай, где? Да блин, нет! Зачем я схавал этого окуня?
Так он уплывает. А Вин на хп даже ему еще не снес. Вы издеваетесь, как с ним воевать. А 15 хпшки там. Ох, вот это он мне врезал. О, я его оглушил. На, я ему врезал. О, хорош, бита. Бита! А, уйди нафиг. Так, бежим. Просто валим. Так, где окуни? Дайте сожрать кого-нибудь. Во, черепаха. Быстрее, хпшку надо восстановить. Быстрее, черепашья. Черепашья сила! Сюда мне пришла. Да, есть. Ушел нафиг. Ха-ха-ха. Не, норм. Так, попробуем кинуть у него. Где он? Жесть! Вали! Нет! Да какого фига? Ты посмотри, сколько у него хп осталось! А, жесть! Да это просто невыносимо, как его сожрать! Надо, да, надо уровень хотя бы там 8, блин! В бою Фаутик он стал излюбленным местом для ловли сама. Жесть! Ну хорошо, я в принципе, чё, я не страдаю никаким образом, да? Чё, у меня подростковый возраст, ну... Почти 5-й левел, половина. Еще, конечно, дофига до 5-го. Так, а ну-ка давай посмотрим, чтобы улучшить следующий. 8000 надо, нифига себе этой фигни собрать. Так, я смотрю, я тут много чего нашел, между прочим. Тут какой-то этот знак вопроса есть по пути. Я, видимо, там что-то... Я вот тут еще в этой области толком не был, в этой области толком. Тут что, у нас тоже какая-то щука. Ладно, на, у нас вообще задача... Что ты ходишь? Иди сюда, блин. Сожру сейчас тебя просто и даже глазом не моргну. Так, мне нужно туда. А как мне найти? Как мне найти, куда мне нужно? Давай лучше я вот на вот эту штуковину поставлю, да? Да, вот так, во. Это что, маркер маршрута? Во, поехали. Маркер маршрута есть, все, нам надо туда, в ту сторону. Окей, доплывем туда и, наверное, посмотрим, что там. Да, хавать эту черепаху. А, так тут все рядом, смотри, вот она, да, вот эта карточка, я ее не мог взять. И, видимо, пока я просто до нее не долетаю. Да, допрыгнуть не могу даже до того забора. Ну ладно, окейшки. И тут где-то как раз таки какие-то есть штуки. Вот она, вот эта вот штуковина, вот я ее сейчас помечу. Так, где она? А, вон она. А, в той стороне, да? Да, она в той стороне. Вон знак вопроса. Аллигатор. 8-й левел. Ну, 8-й левел аллигатор, в принципе, блин, возможно. А, нифига, это разные места. Вон еще, смотри, эти значки. Вот еще один значочек. Я понял, ладно. Давай под воду нафиг, а то я по поверхности плыву. Нифига, тут вонючая какая-то вода, блин, аллигаторы тут насрали. Теперь тут просто воняется и не видно толком нифига. Вообще надо пользоваться вот этим, наверное. Вот этим локатором своим. Я им не часто пользуюсь. Так, давай. Это где-то на поверхности, кстати. Выплываем и валим. Давай. Да, есть. Мастер. Взрослые люди по взаимному согласию совершают загадочные ритуалы по пророчествам великих древних. Кто я такой, чтобы судить? Ну, фиг его знает о чем. Короче, что-то нашли какие-то. Напрямую зависит от ее положения. А, вот статуя, видишь? Статуя какая-то. Так, ладно. Нам надо вот сюда, сейчас сюда. О, так, вот эту мы не возьмем, вот эту попробовать можно взять, да? И вот тут этот дили-дили крокодили. Кстати, давай посмотрим, у него хпшка-то осталась у этого крокодили. Ну-ка, пошли подплывем. 15-й левел у него, если кто не помнит, был. Где этот крокодили? А, нифигули. Прикинь, нифига. Не-не-не-не-не, чувак. Уйди, я пошел на поверхность. Блин, я так не допрыгну. Или допрыгаю, наверное. Да, ебой. Так, все, воду. Ой, хпшка. Есть. Фу, хорош. Что? Нифига себе, что такое за весон-то был. Так, ну, окей. Все, в принципе, мне, наверное, надо отсюда валить. Вот сюда, наверное, да? Сейчас еще раз карту глянем. Да, тут собрали, тут дополнительные квесты. Ну, блин, что-то вообще... С ними что-то жестко, с этими квестами. Хотя за этих, смотри, аллигаторов дают вот эту штуку. Надо его оглушать. Надо его просто брать и оглушать. Так, подожди, нырни.
Блин, немножко неудобно. Так, вот смотри, сейчас давай. Окуня возьмем. Эй, окуня схвати, говорю. Где он? Да, вот. А, нормально. Видишь, когда он оглушен, можно нормально его. На. На. Да, вот он оглушен, и можно его просто жрать. На, еще раз оглушил я его. Он как будто не шевелится даже, да? Давай, давай! Ольга, ой, нет, что-то сейчас хпшки совсем, что-то мало осталось. Так, пошли окунька сожрём. Так, еще окунька давай. А, это щука. Ну ладно, щуку сожрём. Какая разница, так хоть кого-нибудь. Где ты там? Где этот аллигатор? Где? Ты чё, струсил, алё? Лошпеек, верни сюда, ты чё? Он струсил, прикинь. Офигеть, я думал, он за мной бежит, а он просто свалил куда-то. А, нет, вот он. А чё у тебя хпшка опять полная? Как это так-то? Это или это новенький уже? Давай, иди сюда. Чё ты там, блин, думаешь, я пальцем деланный, что ли? Нет. Я супер-пупер... Акула! Давай. Да, если вот оглушать, вообще нормально. Давай, где он? О, хорош, сожрал, прикинь. Просто на изи сожрал. Да, вот, смотри, сколько питательных веществ этих вот. Ох, съедаемся на. Давай, седай, окуленок, я уже хочу 5-й левел. Так, как мне выбраться теперь отсюда? Мне сказали плыть в какую-то другую сторону. Еще один аллигатор. Он где-то в другой стороне. Так, у всех ворот есть переключатели. Попробуйте ударить его чем-то. А где переключатель взять? Подожди. А, ну-ка, напой. А, то есть я должен тут открыть ворота. Так, подожди. Ну, я понял, что тут надо, видимо... Гидроцикл, там уже люди, прикинь. А ну-ка, локатор, может, надо использовать? А, вон он. Ага, надо швырнуть какую-нибудь рыбёху, я понял вас. Вот вы хитрецы, а ну-ка иди сюда. Так, на поверхность. А где? Я не вижу переключателя. Не вижу. Нет, это не переключатель. Смотри, вон, 17 метров. А кто-нибудь видит переключатель? Алло, гараж. Какой переключатель еще? А, смотри, гидроциклы, мотоциклы. Я не вижу переключателя. Где переключатель у ворот? Мне надо выйти отсюда. Я хочу выйти из этого болота на нормальную поверхность. Так. Каждый говорит, ворот есть переключатель. А где он? Ну вот эта вот фигня какая-то подсвечивается вон там сверху. Вон, видишь, вон синенькая. Ну вот с другой стороны как бы. Просто... Я же как-то должен... Как-то должен проплыть туда? Или что? Ну это да, это как будто с той стороны. Такое ощущение, как будто это, знаешь, я не с той стороны приплыл. Ну-ка давай смотреть по карте, есть ли тут еще проходы какие-то. Блин, ну я не вижу, если честно. Так, вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Но тут нельзя пройти. Вот тут есть пожилой, нужна решетка, чтобы пожилой. Пожилой, чтобы сломал. Так, окей, еще что? Может, вот тут еще какие-то решетки есть? Вот в эту сторону? Да, кстати, может быть, вот сюда сначала надо. Вот сюда надо отправиться. Поплыли вот сюда, и вот там, может быть, что-то есть. Скорее всего, я, наверное, что-то неправильно. Так, давай из воды выскакивай пока. Давай поплыли туда, там посмотрим. Наверное, я просто не в ту сторону. Блин, вот тут город рядом, нифига себе. Нормально тут расположились-то. Так, щука-осьминог, вот щуку надо завалить. Не осьминог, а как-то там, щука какая-то там. Так, ты давай, умирай, отлично. Так, маскинок, щука-маскинок.
Что за название такое? Я даже не знал, что такие щуки бывают. Серьезно, я думал, что щука просто щука. А нет, маскирует. Я тебе сейчас, блин, что творишь-то, а? Так, где? Вот в этой стороне. Да, мне кажется, что там должен быть проход. Ящичек! Бой. В этой минеральной добавке не было бы необходимости, если бы акула придерживалась хорошо сбалансированной питательной диеты. Ага. Это, короче, мы ящики собираем, видимо, с какой-то фигню, я так понял, мутация какая-то, что ли? Судя по всему, вот здесь что-то должно быть. Это проходик, да. Ну, хотя... Хотя, да! Вот, пожалуйста. Да, отлично! Ну, видишь, как я угадал? А ну-ка, ну, посмотри. Ах, блин, мои! А, давай, жри его! Ух, скоро 5-й левел уже, ребят! Скоро 5-й левел! Отлично, пошли, он еще кто-нибудь сожрел. Сама кто-нибудь. Так, горви его с зубами! Ах, отлично! Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, закончим и продолжим уже в следующем видео. Сейчас мы отправимся, вернее, в следующем видео мы отправимся вот сюда. И посмотрим, что ждет нас там. Ну а с вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.